отклонили ходатайство адвокатов. Солдаты, до смерти избившие в парке «Долина Роз» 21-летнего парня, останутся в 13-й тюрьме. Правозащитники опротестовали решение суда первой инстанции о помещении их в камеру, но апелляционная палата Кишинева отклонила запрос. Информацию подтвердил для «Публика ТВ» прокурор по делу Сергей Савка. Преступление произошло 2 января. Тело убитого парня обнаружили на следующий день. Жестко избив молодого человека, подозреваемые оставили его в парке умирать. На момент, когда они покинули место, парень был еще жив. Он скончался спустя пару часов. Оба задержанных служат в военной бригаде, расположенной на улице Василия Лупу. В Министерстве обороны сообщили, что в момент преступления они были в увольнении. Подозреваемым грозит до 20 лет заключения.